Так, все, стоп, старт пильнул, и теперь можно Twitch, в принципе, поднять, потому что, ну, за него опасаться не стоит. Вот. Сейчас все переименовываю тогда. Обратно. Mono Battle. Блин, на Twitch я разлогинился. Ладно, сейчас залогинимся. Обратно. Баркод, так, лунтик, наверное, к нам. Баркод туда. Ну, к нам только лунтиков, чтобы им бы не было. Ну, там, слушай, там такие задротистые ребята-то. Аверс, потом там ребята Маничилы, которые постоянно со мной играют, Дархан, блин, они такие. Я думаю, давай, может, четвертого нам еще, а то пошли они нафиг, они читеры, с ними нельзя так. Расслабишься, все. Кто там? А, погоди. Так, вот так мы ищем. Ну да, что-то там какая-то вообще. Они просто вот много играли со мной в этих монобаттл, они прошаренные, знаешь, то есть сразу там начнет чизить, атаковать. О, давай дерзкий какой-то парень здесь есть, я его. Да изи. Халява не будет. Сейчас посмотрим. Вот, давайте, ребят, у нас супер команда. А то собрались там про геймера, нифига себе. Аверс, вообще иди клан вар играй, хорош, что ты тут забыл вообще? Это точно. Так, сейчас чайку долью. Так, дерзкий что-то не заходит, давайте это Садара тогда попробуем. Ребята, если кто хочет сыграть с нами, заходите на канал СНГ в Старкрафте. Тут как бы не переживайте, какая у вас лига, тут по барабану. Тут как бы лига особо вообще не важна. Так, сейчас тогда подождем немного Серегу и начнем. Все, я здесь, здесь. А, все, здесь, поехали, ну, поехали. Конечно, погнали, ребят. Вот. Что-то мне так сейчас про ты про 2 на 2 турнир сказал. На будет. Ну, сейчас кончится ноябрь. С Яндегом про ГГ года поговорим там, что как. Определимся, какой формат турнира запилить. Я думаю, блин, на в декабре какой-нибудь необычный турик выпильнуть, такой типа 2 на 2 или 3 на 3 что-нибудь придумать такое. Вот. Представляешь, например, команда там. Ну, хотя не или вообще, по UMS какой-нибудь типа Mono Battle. Вот да-да-да, знаешь, такие замутить. Или, например, там, знаешь, какой-нибудь известный игрок должен взять себе кого-то из зрителей. Ну, там, конечно, могут быть всякие подставы. Ну, знаешь, кого-то новичка совершенно, там, типа бронзового игрока, они должны вместе, например, там, сыграть, победить. Там. Ну, это, конечно, там тяжело будет проконтролировать. Не, если будет там призы, то да, это будет тяжело контролировать. Потому что выйдет как... Как на Дримхаке в 2014 году, я уже рассказывал, на стенде Кингстона там типа. Турни... А что там было? А, там, ну там типа турнир типа для платины, там алмаза что ли такой. Ну там вот по итогу приходит ревщик и в финале Empire Zerg'ом оказывает там. Ну, то есть так как бы. Там наушники, что-то еще как бы. Ну это... Понятно. Это Платье. Называется, блин, у кого нет совести. Ну да. А, так вот в какой лиге Рева-то играет. Понятно. Понятно. Ого. Я не знаю, мне оставлять? Опа. Нет. Я, наверное, оставлю все-таки. Опа. Ну, кстати, воздуха. Мне тоже имеет смысл оставить у вас воздуха. У меня чисто такая земля получается будет. Хорош. Да, давай. Не-не, лунтик не надо. Мне кажется, у тебя нормальная же тема. Ну, USO Play, да, мне кажется, нормальная тема. Хотя, смотри, конечно, как тебе удобнее просто играть, это что же. Да, муталь вообще на халява, по земле, по воздуху бьет, быстрый как быстрый, бы. Быстрый, ну да, регенится, то есть нормальная тема очень. Так. Ой, там линги. Ну, против либератора получается ХЗ, но пойдет, короче, пойдет. Что-то, ну, кстати, так, ультра, ну, в принципе, землю... Теоретически могу, да, законтролить, законтрить. Да, ну вот у меня проблема, что я, получается, в нашу сторону закрыть не могу из-за того, что жидкость растекается потом. Ну там плет, ну фотонки нужны будут. А, наверное, я не знаю, сейчас посмотрим. Блин, там линги стрёмные, это как-то, я вам скажу, ребята. Вообще жесть, вот я про них и думаю, что надо как-то застраиваться, а как? Окей, окей, окей. Давай.
Я думаю, что надо... Ну ладно, пусть ты садат, а через гейт я, может, через фажу открою, что ли, я не знаю. Всегда что-нибудь такое застраивается. Хотя лучше бы, наверное, было наоборот делать, но придется. Вот у нас рашить придут по-любому. Ну, Винги гелики, тут грех не прорашивать. Ребята, кто играет за лингов гелионов, играйте в макро, как настоящие true профессионалы. Да, без 3-3 не нападать. Там чуть-чуть не хватает вам. Чё такое? У нас дырка. Никак не перекрыт. А там бежит что-то уже, что ли? Не-не-не, у нас просто, видишь, там крипа немного не хватает, чтобы санку поставить, лоб. У меня был саплей, наверное, ниже стоит. А, фейл. Ну ладно, конечно. Им так-то нормально, да. Бьют уж, может, сразу так прям. Чё говоришь? Оп, чё-то Паш пропал. Так. Что-то оборвалось у нас, походу. Да. Ты все. Почему-то пропал, короче. Не помню. Вот так, окей. Оп. Да, что-то тут плотно прилетело, смотрю. А я вообще без пилона, вот в чем прикол. Жесть. Не два либератора еще прилетело. В смысле, не без пилона, а без мазеркора. Улучшение завершено. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. База союзников подверглась нападению. Вот они читеры-то, а. Вообще гады. Забирал, потом у меня летает. На майн прилетел, хорошо. На майн. Это Садар бы, блин, если бы дал бы управление. Ваши союзники вступили в бой. База союзников подверглась нападению.
Это Саадар что-то летает. Контроль дал бы я под грелку взял бы, ё-моё. Жиралики нам походу устроили. Че, у вас там все плохо? У вас да, у нас здесь что-то все. Пионы проехали с лингами. Хотя, у нас тут мута появляется. Экономика у меня выжила по большей части, ну как бы... Нет, это хорошо. Просто ничего нет пока, кроме экономики вообще. Ну главное выжить, на самом деле. Хотя у них, конечно, там есть эти... А, ну Void Rage, что у них по воздуху получается, у них вообще фигово. Гас, масс, либератор, это они, думаю, могут нормально подраться. Вообще да, да. Да, читер, читер. О, хорош, разогрел. Так все, Void Rage я сейчас все разнесет нахуй. Ну что, да, либераторов много не было. Ваши союзники вступили в бой. Ваш, блин, здесь еще один. Союзники вступили в бой. Блин, прикольно вот, что Ямато сразу у батлов сейчас, да, как да, бы при да. появлении. Саус, телепорт, Ямато. Комбо, блин. Может, все раньше, походу, уже сделал. Ну, они расхамились, конечно, вообще же. Бы мне бы здесь с островом моим оставить бы сразу, чтобы. А, лунтику, наверное, минералов не хватает. Опа, чё, Садар, это что-то все плохо, я смотрю. Надо ему минеральцев скинуть. Да, что-то не... У ребят плохие ресурсы сейчас остались. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Я вернулся, чтобы может погуляем, сходим. Есть у кого-нибудь? Сейчас просто главное, чтобы мой союзник лунтик здесь. У тебя как развился. Паша вообще дела? Что-нибудь строится? Мне нормально. Вообще? Мне так немного, потихоньку устанавливаю. Давай, да. Короче, себя просто. Ты основной у нас получается. Просто пока подогрею, что чё мне по земле ходить, чем. Хорош. Мне барак уничтожить. Догони, догони ее. На этот либератор за мной мчат. Блин, нихрена себе. Еба.
Ваши союзники вступили. Давай-ка я тебя просто. Ни хрена себе их там бежит. Не, слушай, что-то я дома нужен, походу, там вообще жесть. Ну, правов я покрошу, честно говоря. Чего он сейчас? Так, нормально. Что, не рабочий побивает? Блин, либераторы, конечно. Да, я что-то сразу не додумался, что тебе-то надо под это, под насвать, что. Ваши союзники вступили. База союзников подверглась нападению. База атакована. И деньги бегут. Ваши союзники вступили в бой. База союзников подверглась нападению. Ваши союзники вступили в бой. На слинге просто будут жрать, потому что тяжело сейчас застроиться, у меня союзника получается нет. Но и Юсайленс там погиб практически, так кому-то немного. Нам не застроить. Фирку. Мы так уже как-то играли, когда была тема, что... то есть тир 3 юниты просто не могли убить тир 1, потому что постоянно бегали, разводили. Нет, а это нормально, монобазы, конечно. Ну да, да, да. Это вот те планетарки просто надо быстрее стоять. Ну тут как бы понятно, что вначале все плохо просто. Да, 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 все пошло не так, как надо было. Так, давай я попробую. Ты знаешь, тут... Да, не знаю, что это прикрытие получится. Ты бы меня под либерков бросил. Не, ну хотя они не полетели вперед, почему? Блин, пиздец. Давай, короче, этих поймаем, сейчас попробуем. Ваши союзники вступили в бой. Я там просто заходит еще деньги. Я лети, я вот прав. Ну, хорошо. База союзников подверглась нападению. База союзников подверглась нападению. Ваши союзники вступили в бой. Чтобы служить. Место... Я вернулся, чтобы служить. Же застраивают туретками. Где? Здесь вот прям выше, знаешь, там с спуска. А, погодите. Так, короче, сейчас я на секунду. Давай, да. Антоха, привет. Кто, чё там? Все, короче, извиняюсь. Блин, что за... Кто-то там запускает игру. Поехали. Ферлегион запускает. Ладно, поехали. Старгейты сохранились еще раз? Так, чуть-чуть есть, две штуки. У меня, правда, фьюжн, все вообще разнесли весь мейн. Смогу там. Хотя, если я застроюсь вообще. Я пока здесь оборону поставлю, хоть какую-то стенку сделаю. Смотри, там бы телепортнуться к нам бы на мейн бы не помешало бы, конечно. Место рождения минералов истощено. База атакована.
Агирёна. Гирионы, гирионы. Хотя... Бля, у меня еще здесь либераторы. Походу экономику просто надо раскачать. Да, не, ну... Морклы, конечно, хорошо, но они только с саппортом здесь могут кем-то помочь, блин. Ну да, получается, что нас, видишь, с самого начала зарашили. Все поубивали. Но линги слишком стеклонные, слишком, ой, с гелёнами, слишком жесткие. Мере. Хотя я смотрю, ты там раздаешь вообще. Да, не, ну тут просто никто по земле, они, видишь, не ходят. Ну я тебе скидываю, конечно, там попробуем, ну что, открой. Сейчас попробую здесь. Да, там 3-3 уже либератора там. Ну да, но на самом деле ГГ получает. Слишком их много, слишком. Ваши союзники вступили в бой. Да, будем пытаться еще, на самом деле. Мне кажется, уже здесь нет смысла. Да нет, здесь ГГ, конечно. Отличная игра. Читеры! Ну ладно, мы просто поддались, как бы, чтобы интригу создать, а то выигрываем и выигрываем. Хватит уже выигрывать-то вообще. Это да. Тут надо же когда-то проиграть. Сейчас, молодцы. Сейчас реванш. Все, играем теперь по-серьезному. Состав тем же? Или как? А не знаю, можно поменять, то есть, на самом деле. То есть, там читеров просто много в другой команде было. Ну, конечно, с составом повезло то, что эти гирионы линги пробежали. Давай, как набираем к нам двух. И туда. Да, тоже. Давай, давай, сейчас так. Владик, я тебя что-то не могу заинвайтить. А что я не помню? А, мне игра не создалась еще. Лол. Блин, у меня опять вход в игру висит. Походу Battle.net все вообще колбасит. Фрейли, привет. Ребят, Димага просто сейчас устал, он сонный, у него там клан вар, и он сказал, что сейчас спать просто пойдет. О, все, создал, отлично. Сейчас так. Так, прыгаем. Да, пацаны, тут как бы планировали я еще турики постримить, но проблема в Battle.net и в итоге поиграем. Так, а что тут еще у меня, что-то как-то... Ну, видимо, глючит. Как, ну, то есть у меня, видимо, заходило долго в игру, и, видимо, у вас тоже будет долго. А, нет, смотри, зашло, зашло, да. Долго, но зашло. Теперь ждем остальных, ну, потому что я вроде заинвайтил 8 человек. Потихоньку вроде набираются. Фера Легион, ты почему паузу вообще отжимал? Так, вроде, я не помню, есть, нет? Фэлленджеры я еще... Инвайтил.
Так, ребят, ну всем места сейчас не хватит, поэтому... Сейчас ждем Феллинджера, не знаю, у него заинвайтит, не заинвайтит. Давайте геймрина еще запасной. Аверс чего? Аверс читер. Ну, я просто стараюсь это, знаешь, ротацию делать, да-да-да. Ну, на тайм посильнее, то давайте игроков, чтобы это... Ну, у них вроде так нормально, я не знаю, кто там. Здесь, видишь, тяжело поопределить, где какая команда. Вот, аверс зрителей. Хотя, я не знаю, можно, конечно, его кинуть во вторую команду. Ну, блин, тогда давай лучше не будем просто... Давай сейчас эту сыграем и следующую тогда. Да, посмотрим все. На состав какой тут. Да, да, да. Не хочется зрителей обижать уже, раз в игру зашли. Погнали. Аверс думал, что будет играть, а он... Да все, без читеров играем, нормально. А то всякие мастер-лига пришла, тут алмаз, мастер-лига. Либератор, имба. Настроил либераторов вообще 3-3, изи. А клик нажал и все, и победил. Понерфит вас, тиранов, понерфит. Вот увидишь. Это точно. Сейчас главное, чтобы по юниту попало нормально. Если кому-то рипер, конечно, выпадет, то это будет печаль. Потому что рипер реально имба на начальной стадии. Но вообще, можно потом будет в следующие разы брать не blind random, а сингл драфт, например, чтобы каждый выбирал себе. Ну да. Ну, рандом вообще чисто прикольно, конечно. Ну так да, то есть выкручиваться из таких ситуаций. Пытаешься. Не, я не хочу, не хочу. Ну у вас жесть вообще. По воздуху вообще никто не бьет, я репик. Да, ну я репик. Вообще, вообще. Вообще дичь какая-то. Ну у нас команда просто мечты, Dream Team. Блин, ну королева тут нужна как, ну, с дропами, чтоб никак я тогда масс настроила. Толку нет в итоге. Да, или я, может, ресурсы кому-то буду скидывать, я уж не знаю там. Ну, мне сентря тоже как бы туда собрать. Ё-моё, там дичь какая. Хотя роуч с мародером. Ой, да. Сентря, ну так еще куда ни шло, короче. Хорош, хорош. Ну, у нас, конечно, у тернов будет проблемы из-за королев. Большие, большие проблемы. Что риперы будут вообще колбасить. Ну, лежара, да. Можно поскидывать будет, да. Пацану с мародером и с баншами как бы. Я как раз, да, я думаю, что-нибудь такое. Видишь, не сразу еще. А, потом, окей. У нас рипер. База
союзников подверглась нападению. Да свершится правосудие. Там нормально там? Ага, окей. Непривычный королев везде заказывает. Так, еще один рипер залетел, убился. Пилон. Ты же сам. Хорош. Вспомним, да, 2000-й фотонками по кругу застраивается. Тогда. Там, кстати, может уже здесь вообще, знаешь, в том месте как-то застраиваться, я не знаю. Ну, чтобы на будущее, там, знаешь, уже карту делить. Хотя, так, конечно, а нам... у них там? А, ну, у них там какой дрейп? О, блин. Демон, откуда они взялись-то, я чуть не понял. Я тоже не понял. Дроп, может, какой-то? Может, там прокси вообще барай? Кстати, да. Че, он медивая дроп риперов делал, что ли? Лоу, походу, да. Бывает че. Монобатли всякое бывает. Не, ну в принципе, кроме грелки, вот грелки чем контрит? Королева получается. Ну, гвардиан, да, по земле у нас есть чем драться, в принципе, как бы получилось. Ваши союзники вступили в бой. Плохо, что через F2 нельзя выделить всех королев. Такой минус. Ну да. Так и точку сбора они просто там да, подводить все надо. Крокатицы, блин. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Крелку с центрями пошел я убивать. О, хорош, мародеры. Пускай там атака. Кончики пошли. Ой-ой-ой, блин, там. Блин, а грелки это бонусные по мародерам. Ваши союзники вступили в бой.
Ваши союзники вступили в бой. Место рождения. Ваши союзники вступили в бой. База союзников подверглась нападению. Ваши союзники. Да блин, как там убивают, я еще не понимаю. О, грелки летят, ему как не вовремя, ни хрена там, короче, всего. Пацаны, нужна помощь, чтобы у нас, короче, походу. Это что, есть сантри, ну, как-то печально, они смотрятся против масс-роучей грелок. Да, блин, у меня здесь немного-то совсем. Жесть. Блин, ну кор... у тебя это вообще королев мало. Ты скидывал да. Мародером? А я это, я ж улетал, это же там харасил справа вверху тираны. С циклонами. Это все-таки неудобно, да? Под гвардом пусть попробуем. База атакована. Блин, тут грелок-то может мы только и сдержим, но там, блин. Банши слились на грелках, надо было, блин, с землей драться, короче. Блин, не догоню. А, ну. База союзников подверглась нападению. Ваши союзники вступили в бой. Блин, да. Что-то у меня ресурсов там накопилось. Там, да еб... В одном месте отвлекся, уже в другом роучи убили. Что-то меня аж немного подлагивает. Не, вообще зафризило адово, что-то все. Что-то да, вообще жесть. База союзников подверглась нападению. Ваши союзники в самом роучи 2-2 уже. Писец. Бля, ну Владок что-то полетел баншами в грелок, я не понял, что нужно было ныкаться как бы. Если бы у него выжили банши сейчас, пока мы грелок как-то криво мы подрались втроем там. А. Ну, здесь да, с роучами сейчас мне, блин, здесь меня ваншотить будут. Мне еще хреново так база распределена, что я не могу нормально соединиться. Потому что у нас Торстейн занял экспантом, ну ладно, мне приходится через экспант. Бегать через его базу. Я крип не могу распространять, потому что у меня там получается. У, на... у него здание-то не встанут. Mm-hmm. То есть он как бы экспант сначала внизу поставил. Я думаю, это прикол рандома, что прикольно, как бы. Ну да, да. Тут циклоны поливают, конечно, вообще. Ваши союзники вступили в бой. База союзников. У меня тут еще добыча просто адовая, блин. Ваши союзники вступили в бой.
как бы ресурсы-то есть, просто куда их потратить. Тоже, как бы, у меня еще Сентри, как бы. Ну, Сентри, они, ну, хоть не самые бесполезные, но все-таки на этой стадии, что ему делать вообще? Ваши союзники вступили в... Ну, тут КГ, на самом деле. Что думал не только два юнита? Думал, да. А с чем думал-то ему, когда в игру заходили? Да не, ну вы видишь, новичок, да. Ну ладно, давайте выходим. Отличная игра. Отличная игра. Отличная игра. Отличная. Ну что, погнали еще? Кого-нибудь-то накажем сегодня хоть? Да не, но сегодня, походу, вечер щедрости, то есть такой. Дарим победы, дарим тепло, уют, как бы всем положительные эмоции. Так, ну сейчас опять подлагивает заход в игру. Так, ребят, ну те, кто и сыграли, то есть как бы смотрите, потому что я буду стараться приглашать кого-то новых, чтобы происходила ротация, ну и тем более игроков много. Сейчас мне пытается зайти в StarCraft, точнее игру создать. Лол, ошибка. Блин. Серег, попробуй ты тоже создать, может у тебя зайдет. У меня почему-то сейчас уже ошибку выдает. Игротека, да, там или что? Батл, а какой там монобатл, что-то не... Как называется эта версия, которую надо создавать? Map Rotation версия 1.17. Monobattle Loot, Map Rotation. Monobattle, random. Вообще что-то не вижу. Сейчас, подожди, не знаю. Так, ты тебе покажет. Как гуглить-то просто? Сейчас, секунду. Я не знаю, так пойдет, не пойдет. Я не знаю, даже как скидывать, не знаю. Так, нет, ты просто сократите? Название Monobattle Rotation. Да, да. Не, просто Monobattle Lot впишешь, там будет на выбор две карты. А, одна. Lot, все, Monobattle. Да. Все, кин. Все вижу. Попробую сейчас, короче, создать. Мне просто что-то ошибку постоянно выдает. Что-то вход пока, короче. Похоже, тоже как баг этот. Угу. Блин, что-то с батлнетом, конечно, вообще жесть. Что происходит? Как с нами заиграть? Ребят, заходите в StarCraft, нажимаете вот слэш, потом выбираете войти, ну или join, если у вас английская версия, и пишите SNG английскими буквами. Три буквы. И все, и enter. И вы оказываетесь на канале SNG. И тут в чатике просто пишите плюсик. Но сейчас мы создать не можем, поэтому, блин, что-то... Global timeout, ё-моё. Да. Печаль, ребята. Короче, что-то, блин, достали они, когда они уже коренным образом это все выпили, эту хрень. Близы. Как раз мы со зрителями, главное, играем, да? И тут такая проблема постоит. Ну, мы-то ладно, там турниры вообще переносят такие нормальные, да, всякие, как бы. Да, кланвары, турниры. Давай чуть попробуем посоздаем, если что, можно там пару 2 на 2 сыграть. Вот. Да, раз. давай, где-то чуть, может 30-40, ну да, а то никак не зайти.
Да, по ходу игры со зрителями через Custom Key не получится сыграть. Клаудиус, да, да, монобаттл. Пытаемся создать. Но баттл надлежит, походу. Да, пищи. Так, Дархан, мы же не можем вообще создать ни одну карту. Здесь это не в карте дело, здесь именно в том, что Battle.net там какой-то вот этот сервер не отвечает. То есть это сама система Blizzard. Поэтому то же самое, как вы не могли залогиниться, зайти. То есть это глобальные какие-то проблемы. Серег, ну что, давай тогда 2 на 2? Потому что давай, что-то... давай, Паш, что-то я тут ковыряюсь, короче, фигня какой-то. Не, ребят, фрифол не получится, потому что, да, не создать нам никак. Это, соответственно, разницы нет. Что 3 на 3, что 2 на 2. О, точнее, ну уж любые кастомки, в общем, нам не получится создать. Можно кого-нибудь, может, еще подтянем. 3 на 3 сыграть. Давай, давай бери одну игру. А, ну я не знаю, смотри, давай, может быть, 4 на 4 вообще. Ну хотя не знаю, просто долго будет, кого наверное. Брать? Давайте. Можно давайте, да, кто сидит здесь, как готов в гейме, что мы кого-нибудь возьмем, и вы команда набирайте там 4 на 4, просто бомбите. Кого-нибудь да. Послабее там, например. Не знаю, ну я бы тогда, может быть, Аверса взял. Такого. Задротистого, ребят. Вообще, конечно, кого-нибудь не, ну, зрителя... лучше для баланса тогда кого-нибудь послабее. В принципе, с 4 на 4 играть. Что там, ну, остальные все 4 на 4. Не-не, я думал 3 на 3, например, знаешь, там в таком духе. То есть, mm-hmm. 4 на 4. Просто здесь сейчас будет проблема, что кого выбрать нам, союзники. Вот в чем вопрос. Ну, хз. Давай мы просто вдвоем нажмем 4 на 4 поиск, короче, и в группе, и все остальные нажмут. Что а, поиск. Давай, кстати, хорошая идея. Так что, ребят, тоже нажимайте сейчас поиск 4 на 4. Да, и возможно, к нам, короче, попадете просто. И да. Все. Ну, потому что вас много, нам тяжело сейчас будет как-то выбрать, и поэтому... Просто рандомный поиск. Может, а 3 на 3 просто, а то 4 на 4, мне кажется, вообще тяжелее будет искать. Хотя... Слушай, я не знаю. Не, ну если все нажмут, думаешь, 4 на 4 меньше играют, чем 3 на 3? Ну, хз, наверное, меньше. Просто... Мне кажется, чуть поменьше, да, в этом плане. Хотя, если сейчас люди, если наши зрители нажмут... Я думаю, найдет. Надеюсь, если эта система тоже работает, а то, может быть, и тут тоже какие-то проблемы. Что-то и тут какая-то вообще засада. Давай go 3 на 3, короче, тогда. Давай, меняем. Давай 3 на 3. Сейчас, короче,
Жмите, пацаны, все три напишите, что 4 на 4 долго что-то. А то сейчас вы друг на друга найдете там, а мы будем сидеть, как бы, ну, не играть или так. Действительно такое может быть вообще. Мне пишут, что всех желающих между собой там соединило, они типа играют. Хорош. Ну нормально, рубитесь там вообще, по полной программе отрывайтесь. У нас почему-то поиск идет. Время ожидания сервера. Да, не жмется типа. Ну, типа давай сама... еще раз попробуем, может он 2 на 2 пильнем, то что делать. Давай, давай, да. Может хост потом попробуем создать, не знаю. Че-то как пока. Не да. А смысл перезаходить в StarCraft? Геймрины говорит, что у него все заходится, но сейчас я перезайду секунду. Так, кто-то в монобаттл меня зовет. Квантал квал. Да? А, ну слушай, если монобаттл, так давай там в монобаттл зайдем. Давайте, давайте, да. Оп. Давай, че по мне прыгай тогда. Вот сейчас. И... А вот, создал, кстати, и вышел. Еще вышел. Ставьте, ребята, плюсики в чате СНГ. Не, ну а еще всех, короче, кого могу. У них, видимо, тоже подглючивают, что они сразу джойнятся. Да, батлнет, конечно, вообще. Ну да, еле работают. Все, вроде всех позвал. Кванчи. Так, погодите. Кто там еще, короче? Так, все готовы? Я да, поехали. Все, поехали, респектую в чатике. Респект, спасибо, но надо биться. Так, ну да, кто-то у кого-то создалось, у кого-то. Значит, теперь создается, отлично. Только что-то человек создал и вышел. Посмотреть хотел сильно.
Кимеран Рефьюдж. Что это, какая-то другая версия, что ли? Ну, немного другая карта просто. А так то же самое. Просто. Понял. А, там определенные карты, только для Манабата. Да. Да, да. То есть вообще Map Rotation там как бы вроде какой-то через какой-то период меняется карта, но почему-то она уже месяц, наверное, одна и та же. Там как-то один раз вроде сменилась и все. Ну, они следят, может, хрен знает, что там. Да, да, да. Не, братаны. О! Вот это по-нашему. Я оставлю, наверное, тоже. Ну пусть тут будет, как камеры грелки сейчас нормально зажгем. Садар, да, смотри, я не знаю на самом деле. Так-то нормальная тема. А ты уже, кстати, Садар сменить не можешь, у тебя почему-то светится. Ты, походу, одного юнита выбрал. Там, да, если но... рандомы выбираешь, тогда можно изменить. Кофе, да нормально, я думаю, да. Нормально, конечно, все. Ничего не нормально. Тут главное, чтобы было что-то, а не то, что... А то сейчас... О-о-о, ты видишь, что там вообще происходит? Три гелика вообще. Хорош, хорош, ну, Марики. Ну, ребята будут как бы вроде... Я думаю, в макро, наверное, играть, тир 3 ждать. Что, куда вот? Я через фотонки буду начинать, ну их нафиг. Какой рейд, пацаны, вы чё? Бьёмся. Мы же играли. Блин, а здесь... Чё там? Здесь Нексус-то не занять, ни хрена нормально получается. Вот да. Да, есть такая тема. Это вообще файл, конечно. Там уже Марики выбежали, ну это ерунда. Блин, а здесь еще войти можно, что за прикол, а? А, тут вообще совсем... Ё-моё, тут вообще... А я там застраиваюсь, а прикалываюсь, короче, вообще. Да, там будет плане жёсткая тема. Блин, ну это, ну... Если бы на предыдущей карте было бы проще, походу. Да-да-да, гораздо, согласен. Оп, плюс почти. Гелик уже поехала. Блин, а куда они едут? О, так тут вообще все свободно просто. Вот прикол, короче, блин. А я тут играю, какие-то стенки делаю. Вообще карту не знал, что такая шляпа здесь. Вообще помочь, то есть нечем получается. Сейчас пока не дам. Тир 3 юнитом. Ну это, блин, здесь нам ГГ вообще уже. Ваши союзники вступили в бой. Практически. О, кофе тоже вообще ничего нет. Ё, упал. Знаешь, там дурак такой. База
союзников подверглась нападению. Мы ждем сегодня. Блин, плетки-то надо строить, как бы. Да. О, там, смотри, вообще подтягивается просто. Из-за бугра тут прежняк. Пиздец у них там гиреонов вообще. Жесть. Ваши союзники вступили за союзников, подверглось нападению. Не, ну, надеюсь, что вы что-то успеете, может, построить. А, там марики пришли. Да. Дичь вообще. Еще сейчас стрелку отменят единственную. База союзников подверглась нападению. База атакована. Carrier Production. Ваши союзники. Блин, нифига марики мочат. База союзников подверглась нападению. О-о-о. Ваши союзники. Походу, Мексман тоже вообще. Все. Походу, мы играем без экспандов здесь. База союзников подверглась нападению. На наши зомби напали. Ваши союзники вступили в бой. База союзников подверглась нападению. Ваши союзники вступили в бой. Урал. Блин, офигеть, там марики все уничтожают. База союзников подверглась нападению. База атакована. Ваши союзники вступили в бой. Так, а у тебя-то кто там вообще? А, колосс. А где колосс-то вообще? Ваши союзники. А, Садара? Вот выходит сейчас колосс. Не, правда, без дальности еще похож. Где-то в производстве. Блин, да, хрень там марик уже с импактом. Хрест там как первые колоссы только выходят. Да-да-да. И Садар что-то, да, тут. Ваши союзники вступили в бой. Захейлил что-то Садар. Из колоссов тут нам не так вообще. Это вообще да жесть. Марики злые. У тебя один карьер там, а, два колосса. У меня все, сейчас пробок не останется ни одной. Пару осталось. Дай Паша, мульти подохнут. Входим. Писец, он уже будет. Давайте. Ой, колоссы, колоссы, колоссы. Что значит good game? Мы сейчас еще затащим, что там? Летите, убивайте вот эту хрень. Тут вот затащить-то изи карреров настроить просто. По сути дела, да? Если накоплю, то да. Только давай, Паша, вот этот Nexus там отобьем, попробуем. Сейчас попробуем, давай. Блин, у нас колосс там еле живой. Ну, нормально, карреры зато. Два. Уйдет, уйдет, уйдет. Грелку фокусит нормально. Блин, куда лифт гидрат бежал? Ваши союзники вступили. Блин, всех мух убивают. Вот, надо. Ой-ой-ой, тут ко мне пришли, писец. Кто пришел? Писец. Че, марик это? Тут походу я карьеров не накоплю. Потому что меня забивают. Блин, нет. А сколько тебе?
Марики уже сейчас решают. Хотя тебя потихоньку если накопим. Газ скидывал. Так, Антохлю рука пасть. Да, пошла-то она, ё-моё. Куда Лерак ушла? Я не знаю. На рампе. Ой-ой-ой-ой. Тесадар, от меня Нексус. Союзники вступили в бой. Ох, еб. Ворону без турелей. А, настроил, хотел такое еще, чтобы с турелями не было. Красавец вообще. Красавец мужчина. Алекс, слушай, нам надо просто от Асадаров все скидывать. Колосса же здесь все убьют. Мои интерсепторы против маленьких плохо, а колосса всех убивают. Ну да, получается, что так. Асадар, давай тащи, мы тебе сейчас будем ресурсы скидывать. Мне нечего пока скидывать, к сожалению. Что-то тут вообще, Паш, надо бы прилететь тут. В мапе приехали мотоциклисты, короче, байкеры беснуются. Ай, же. Сейчас колосса придут, разберутся сейчас. Объяснят, кто здесь батька. Сатар уже грейды, нифига себе, 2-1. Хорош, хорош. Сейчас надо ему ресурсы, да, скидывать все. Все будет. Погоди, это скайлеры тоже нужны. С чего? Хотя, да. Там мы, видишь, марики, все эти легкие, поэтому ну, да, у нас колосс. Согласен. Садар, давай копи, главное, копи своих колоссов. Главное, кучу ходи только, не сливай. И поставь еще, наверное, третью, там, третью роба. Ты тоже строй. Мне б соточку минералов. Для раскрутки, короче. О, что-то там смотреть. О, параша, у колоссы пожгли, пришли. Давай, жги колоссы, жги! Хорош! Хорош! Оп, гелики приехали. Тоха не слышит меня, походу. Там справа тебе какие-то маски деваки летят. Да, походу Марик что-то начинает. Что-то дропается ко мне. Садар, иди спасай их, спасай. Был баты, ни хрена себе. Еба. Ну, ладно, попробую сейчас бить медиваки сами. Я к тебе лечу, конечно, но... Тут, походу, надо одного какого-то карьера или что-то оставить тут с контролем, чтобы я просто контролил, а то я грелкой просто не успеваю все разобрать, блин. Ну давай, сейчас. Мне просто все три. Антоха мне контроль не дает, чтоб я Люру контролил, блин. Не доверяет. Ну да, чё, бомж какой-то. Люру, последнюю Люру просрет еще, да? Ой, да. Блин, масс марики. Тесадар, ты лучше ходи, мариков убивай, а я... А, ты нормально. Да, это тоже нормально. Чё-то он панчи летит, смотрите. Тебе туда. Тесадар, строй колоссов. Спасибо, Антох. Ваши союзники вступили в бой. Честно, просто. Оп-оп-оп. О, забайтил. Союзников подверглась нападению. База союзников подверглась нападению. Ваши союзники вступили в бой. Короче, вам надо расстраиваться как-то.
Да я все-то Садару дам. Потому что я считаю, что его армия нормально зарешает. Пускай он там отстраивает. Ну, теперь уже 3-2, смотри, теперь уже сам давай штампуй тоже. А то все, ну, вы не мобильные просто становитесь. Вы смотрите, пацаны, здесь что. Оставьте колоссов, там кто-то Садар. Мне там, я не знаю, я буду контролить штучки 4 с этого направления просто. И все, здесь надо встать с двух сторон и дефиться, и все, что нужно, в общем-то, здесь. От жизни. Федроп? Да, ага. Пусть-то Садар, он тебе даст контроль. И вы там будете вдвоем, а я здесь буду летать, короче. Да, ты Садар, дай контроль дам другим. Ой, ну ладно, блин, сейчас меня все сжигает. Ай, ва, что-то где ходят, гады. Ваши союзники вступили в бой. База союзников подверглась нападению. Охренеть там Мариков. Конечно, чё, блин. Контроль справа наверху, где... Да, самый всё, там надо колоссами, надо идти сейчас туда, вперед, короче, всеми. Не надо бегать тогда, если бегу. Вот сюда. Да, в идеале вообще, конечно, центральную базу занять. А ты, Паш, просто здесь дай со мной. Колоссы пусть туда. В чем стоит-то, не понимаю? Охренеть там. Только осторожно, да. Да, блин, давай. Какой там колоссов, они сейчас пожгут все нафиг. Че тут, блин? О, отходи, отходи. Катись, ё-мо. Походу, не тот, короче, юзер. Блин, жесть. Это Садар оказался. Слишком жесткий. Ну, видимо, да, новичок, если там не так. Да, да. Ну, 3-3-1 просто. Ну, все, как бы, грейды были. Но тем не менее, как бы... У меня грелка вообще тут 3 армора даже дэмэджа не наносит холба там вообще. Ну, сегодня, как бы, день такой доброты душевной, поэтому... Как бы, ладно, пишем ГГ. Пускай, ребята. С карты им повезло просто. Да блин, вот этот первый врыв опять надо быть готовым, короче, мы ничего там нету. Я карта левая вообще, то есть я застроился как бы и просто ко мне гелены со всех сторон едут. Было бы карта вот эта, где XP можно поставить, то там, ну, для нас бы им бы получается было. Да, да. А так для них. Ну прикольно. Че, надо создать, попытаться, что так, ли? Так, я пытаюсь создать что-то. Ничего, да, не, нет. Мне опять, да, вход в игру пишет и все. Да лоу. Может, другая карта создалась просто? Типа. Сейчас попробую другую. Мне кажется, что я тоже, ну, тоже, вторую тоже пробовал, не получалось. У меня обе просто пишут, что типа вход в игру и все висит. Ну да, у меня тоже что-то борода. Блин, а у кого-то создается, получается. Так это имба, блин. Да, у меня ошибка. Постоянная ошибка. Так, попробую перезайти, может что-то сработает. Ступит рандом, привет. Играю в Mono Battle.
Так, может у кого-то получится создать там что-нибудь? Да, ребят, попробуйте. Потому что у меня все равно что-то ошибка. Перезаходил, не перезаходил. О, Геймрин пишет, что у него создалось. Так Геймрин, инвайт кого-нибудь или Серегу, но у меня сейчас пока еще висит то, что вход в игру. Сейчас отлагает, наверное. Окей, сейчас тогда. Гелики оказались не так уж и плохи, да вы читеры. Ну мы ж поддаемся как бы. Сегодня как бы добрый вечер. О, кстати, Серег, сейчас я захожу в игру. Угу. Создал. Так, пишет человек. Звук двоится, что у меня, что братка на стриме. Что-то никто до этого не писал об этом. Так может просто два стрима открыто, просто на одном стриме звук. Вот мне тоже кажется, что тут что-то походу будет. Вообще ни о чем так слушать. Так, походу, да, два одновременно ни о чем. Не, мне что-то не входит, а все равно ошибка, лол. Серег, ты можешь угрозать, тебя не приглашают, потому что мне что-то вообще не заходит. Меня вообще никто не приглашает, и у меня никуда ничего не заходит, хз. Ребята, если кто создал, пригласите Серегу. Я сейчас вот пытаюсь просто в игру зайти, у меня это... Опять висит вход в игру, и все. При этом игра уже создана. Но никак. Да, все, пиздец вообще. О, Геймрина говорит, что тебя пригласил, Серег. Как у тебя получилось? Ну, что-то инвайт пришел, но вообще изи зашел просто. Прыгни через меня, попробуй. Пробую. Мне все равно пишет вход в игру. Лоу. Я в игре там хотя бы свечусь или даже меня там не показывают? Мне вообще не показывают, короче. Ща, погоди, прыгни. Так, погоди-ка. О, вроде пошло. Да, вот, все, пошло у всех. Давайте, короче, инвайчу. Да ё-мо, куда я все в группу-то, блин? Дархан, выходи, давайте сейчас к нам. Может, сейчас тогда выберем второй вариант, чтобы каждый сам себе юнит выбирал. Так, я же за... А, вот.
Так, пацаны. Погнали. Да, поехали. У нас, правда, тут уже и зрители появились в самой игре. Погнали, короче. Что, второй тогда? Давайте, ребят, второй вариант выберем все. Чтобы каждый сам себе юнит выбирал хотя бы. А то что-то гелионы у нас сегодня вообще невезучий для нас юнит постоянно. Да, да. Что-то совсем печаль какая-то с гелионами. Рашит и рашит. Мы же сказали, что на развитие играем 10 минут. Вот что пришли, да, вообще? Что такого? Вообще. Настоящие профессионалы играют только в макро. Какие раши? Куда там пришел? Зачем? Вот и как потом играть с такими вообще? О, они первые выбирают, прикольно. Будем сейчас подстраиваться под них. А чё, а кто выбрал, типа, вторую вот эту тему, да? Угу. Ну, понял. Архун. Ну, это еще не факт, кстати, что ему дадут выбрать его. А, он, типа, не выбран еще. Вот Кванчи выбрал, поэтому Мью не сможет взять. Теперь ты, Серега. Я беру, да? Да, да, да. Так, а что у нас тут есть-то хорошего? Так. Давай, кавалера возьму. Что-то я сталкера не вижу, ничего не вижу. Да, так-то получается вообще против воздуха только викинги и все. А, войдра еще. Привет, Алинк, 7000 ММР, Рубьяна, уже в этом сезоне. Круто. Молодец, чё. Зина ты. Сейчас, давайте нас тут это... Растебают. Чё ты думаешь, Паш, взять надо тебе? Я, наверное, колосса возьму. Ну, надо успеть торговаться в колоссе. Блин, там что-то маленькие зелки опасны. Ну да, рашить могут. Викинги, а чем отбиваться? Роучу, он был роучу, надо было брать, блин. Сейчас роучу возьмут, нас вообще, короче... Так не-не, мы можем уже через фотонки что начинать. То есть здесь же карта удобнее в этом плане. То есть мы можем застраиваться. Причем, кстати, можно еще такую тему делать, что и их застраивать вообще. То есть, понимаешь, да, там приехал, пилоны ставишь. Ну, я не знаю, например, то есть у нас, конечно, такие юниты, которые наоборот нужны, поэтому сложно, конечно, сказать. Но я через фотонки все равно буду начинать, чтобы... Так, Тарстей, давай только твои вверху, окей? Чтоб нам не путаться потом. Thank you.
И главное, чтобы как бы нашего там не застроили. Ее оперный театр наши застраивают. Ух, у меня тоже тут что-то патроны, смотрите. Блин, блин-то. О. Миссия домодолго надо биться. Пили, пили, Торстейн. Потонка-то, ну ладно. Нормально, мы, кстати, отбились так. У вас там как дела, нормально? Ну так себе, ну, вроде отбиваемся. Погоди, а, у них зелок здесь. Гейт надо выпиливать. Подверглось нападению. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили. База союзников подверглась нападению. Ваши союзники. Кстати, сильно тоже уложились в фотонки. Торстейн, напусти, пожалуйста, саплай. То есть так-то у них только марики, вот марики опасная тема. Все остальное вроде ерунда. Ага, все, не так. Фотонку бей! Какой тормоз, а? Что там совсем печально? Блин. А, ну нормально же вроде. Да хз. Минеральцев скинь, Паш, мне, пожалуйста, если есть. Срочно, есть. Вообще надо, моментально, быстро, короче. Ёкарный театр. У меня на лоу-граунде там база, в принципе, есть. Все нормально. Ну, если там фотонку, ты фотонку прям под ЦЦшкой еще поставь, чтобы тебе... А, ладно, уже не успеешь. Ну, просто чтобы это... У него фотонка же там как... Засмыкана, она не достает до Нексуса. Потому что у других сейчас будет, это фигово. А, я понял, ну да, надо было так сделать. Блин, ни хрена там они вообще застраивают, лол. А что у нас из юнитов там вообще? Блин, кэрри, ремута, викинги, да, жестко. Так вы построите, что у тебя-то колосса как бы. Тебе надо разбиться, как бы, ну, чтобы прийти нас отбить просто. Пока-то живые еще вроде. Но скоро будем мертвы. База атакована. База союзников подверглась нападению. Что там? 400 минералов бы мне, конечно, но хотя здесь, погодите, тут зелки пришли какие-то сраные. Ну, а куда ты идешь-то? Лесов нету, Паш, лишних? 100 минералов это кинул, все, чтобы минералов. Хорошо, спасибо. Так, что-то там зелки все выходят и выходят. Ой.
Ох, нифига там инфесторов. Че, вообще много? Ну там штук 8, наверное, может 10 даже. Че минерал Торстейн? Вообще да, 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 Торстейн, нужны минералы. И нужны. Че, как там, Паш, по колоссам по ситуации? А, еще пока. Блин, если меня сейчас убьют, вы встречали вам. Блин, мне там дропа архонов. Ебать, блин. Ладно, колоссами главное. Дай мне контроль, я тут законтролю, если что. Вот эти так, двух, не парься на них. Да, 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 все, да. Сажай викингов, сажай викингов! Ваши союзники вступили в бой. База союзников подверглась нападению. Хорош, вроде отбились. Зерку тут что-то. Ни хрена там инфесторов. Это зайти. Ваши союзники вступили. Иду, иду, иду. Ваши союзники вступили в бой. Нормально ждем вроде. Ой-ой-ой. Марики, марики, осторожно, викинги, отходите. Подвожу, подвожу, колос. На, забирай, короче, колос. Ваши союзники вступили в бой. База союзников подверглась нападению. Нормально. Там все, освободился, да? Нормально у тебя? Да вроде да, там, ваши, короче, может быть, есть что-то вот там, вот, блин, но я сейчас проверю. Просто я не уверен, есть там что или нет. Союзников подверглась нападению. База союзников подверглась нападению. Не, вроде тут ничего нет, все нормально, короче. Против моих колоссов же вообще ничего нет, получается, лоу. База атакована. Улучшение завершено. Ну да. Авианосец прибыл. Да свершится правосудие. Вижу, вижу, вижу. Торсы, не переживай. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. База союзного рождения Мирозна посвящена. Ну да, что-то они по земле набрали, получается, против колоссов. Действительно, как-то тут тяжковато там. Место рождения имени... Разработка завершена.
Торстен, можешь, пожалуйста, хотя бы 4 раба на автопочинку поставить мне на какую-нибудь колоссу и все? Там, Серег, ты нормально разберешься? Что там у меня? А. Зилка. Там мутка уже разберешься. Забью меня. А. Ваши союзники вступили в бой. База союзников подверглась нападению. Анимарики. Печалятся что-то анимарики. Чуть-чуть, да, есть. Одного колосса сбрели. Я, конечно, ног, но все равно. Ой, давай сейчас отходим осторожно. Ваши союзники вступили в бой. Ой, что их? Да, все равно, чудо. Ваши союзники вступили в бой. Выше. Ваши союзники вступили в бой. Что с кем поднакопить, наверное. Армута наша развлекает еще, я хочу их подписать. Ну все, что же полетел на развлечение. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Все мы. Подожди, а, хай-темплар, я думаю. Пси-шторм, там атака какая-то идет. А, ну зилы-то, ладно. Вот. Ох, он прилад... фотончик живет, который меня фотонил где. Вам там идут вообще жесть, я возвращаюсь. Да? Вижу. Пытаюсь вернуться. Ваши союзников подверглось нападение. Ваши союзники вступили в бой. Авианосец прибыл. Улучшение завершено. Оп, нифига. Оп, нифига, короче. У меня тут карьеры проявились. Оо! Хват! Ну здесь зато большую часть колосса. Ой, это инфестор сжег. Сейчас бегу, бегу, бегу. Ваши союзники вступили в бой. Блин, часть. Ваши союзники. Ты нормально там, Серег, разбираешься? Да. Я забрался вроде как. Ваши союзники вступили в бой. Чини, чини, да-да-да, чини. Она там, короче. Ваши союзники вступили в нападение. База союзников подверглась нападению. Улучшение завершено. Ваши союзники вступили в бой. Да пофигу. Отличная игра. Кто-то ГГ написал? Отличная игра. Джи-джи, я смотрю, наш зерк там Мио вообще их уничтожал. Чё там тогда вот прикол? Ничего тут ничего нет. Я там тоже через золото пролетелся. Ваши союзники вступили в бой. Второй раз нужно выбирать. Какой второй, в каком смысле? А, так какая разница? Ты же все выбрали, мы просто голосовали, все выбрали второй. То есть там большинство, точнее, проголосовало, значит, это для всех второй. Ваши союзники вступили в бой.
И что? Кстати, мухи закончились у меня. Да, марики там их жестко большое количество, типа, убивают нормально. Неужели? Все, закончился вечер благотворительности. Первая катка, да. Как бы показали, кто вот батька вот в этой игре, прям чувствуется сразу. Уровень, ребят. Ну да, что там, мы выкрутились из хатон, там и все дела. Да. Блин, а там еще я что-то не вкурил. Я, короче, ну, типа, строю этот, что, последнюю, давай катнем еще. Да, давай, да. Вот, строю этот, короче, типа, гейт, хочу зелка заказывать, а зелка-то нету, коряля. А там у него гейт еще с зелками, то есть там еще зелки поперли в итоге. Ну, то есть я непривычно иногда бывает. Так, погоди, ты в игру зашел? Да. Ты тоже в игре? Да, меня просто тоже создали. Давай ко мне, короче. Так. Этих пацанов туда, как жестких бойцов. А сейчас распределим. Луфу, привет. Ребят, всем привет. Ты только присоединился. Сейчас, конечно же, последняя игра, наверное, сегодня, но присоединяйтесь, кто успевает, если успеете вообще. На канале СНГ. В Старкрафте. Что, наверное, опять выбираем второй тогда вариант? Чтоб не было мозгиллионов. Давайте. Можно и так. Все. Почему? Все, тогда поехали, хорош. Оп. Да, что-то как-то уж привык за последнее время. Монобатлики так прикольно. Надо будет что-то пронюхать. Может, какие-то еще действительно крутые есть UMS-ки. Да, надо посмотреть. Воеводы, спасибо за поддержку. Да, конечно, в декабре мы не прекратим играть. Может быть, даже больше будем играть там всякие UMS-ки, потому что если турниров каких-то не будет, ну, в этом месяце просто реально дофига турниров. То есть самых разных. Хотя, я думаю, в декабре то же самое примерно будет. Ну да, не, в декабре тоже много всего в ЦА, там, короче, там тоже много, да, всяких туриков, как бы, и ЕМы, все корейцы, как бы. Ну, в любом случае, как бы, есть время, если стримить много, то есть время у меня и на турики, и на все дела. Конечно, я не буду, как в ноябре, марафонить так, но будем на расслабоне катать по-любому. Да, так что найдем время для монобатла, я думаю, для чего-нибудь еще другого такого. Короче, вторую, да, тему. Да. Я думаю, она самая удобная такая, что хоть и не полный рандом, и при этом есть отчасти рандом. О, они опять первый выбирают. Ну тут, кстати, сейчас уже интересные есть юниты, очень интересные. Кофе, да на самом деле бери что хочешь, но просто смотри, морпехи они это не регенят, то есть нет медиваков с лечением. Так-то в целом марики все равно неплохо колбасят, то есть если со стимпаком, с А грейдами. если их много? Опа, интересно, когда? Либераторы. Че, тут воздух, кстати, че тут грелки только, ну, Давай я, получается. наверное, викинга возьму лучше. Ну Или грел. да, викинг хорошо контрит либератора, в принципе. И по земле садится, и сейчас Да. помеху бонус. Давай лучше. Давай. Так что кофе бери, что тебе удобнее на самом деле. То есть можно и морпехи, можешь что-то другое. То есть здесь вообще. Хорош.
хорош тоже. Место не постеснялся, Антон. Такой тоже морпех. Хоть одного-то построишь, я надеюсь. Да ладно, построят. Поможем. Ага, циклоны, читерные. Ну вот против циклонов, значит, надо грейд на броне в первую очередь делать. И вообще изи. С гвардианом тем более, тогда вообще изи. Ну правда, гвардиан, лол, сентрей-то нет. Ну да. Ну можно, знаешь, бороться и взять сентрей ктором, думаешь, ко всему. Так, что, я беру, да? Блин, гидрал, интересно, но здесь весь более... Погоди, у нас что-то жир какой-то, да, тут получается, мародёры. Смотри, кстати... Я думаю, карьер или грелку, как бы... Ой, это, в смысле, сталкера или грелку просто брать. Выбирай, мне кажется, хороший. Хотя сталкер тоже такой. Да, ну просто тут, смотри, там мародёры, как бы эти, получается, циклоны, ну то есть жесть такая. В принципе, сталкерами можно разбирать это тоже с другой стороны. Но на жестких лагах, когда ТА клик... А ты не поблинкаешь особо, там, конечно, будет опасно. Так, Гелион, да, ну-ка, Гелион. А, ну чё, кстати, в принципе, можно... Батл Гелион, если будет, то нормально, может... Гидрала можно было. Блин. Оп. Ну, посмотрим. Чё ты как-то я? Ну, я, в общем, должен либераторов убивать. Там самое главное только надо посмотреть, чтобы Мью нас не из этого, не зафотонил. А так все должно быть изи. Смотри-ка, едет действительно сюда. Смотри, осторожно, да. Разведка просто, походу. В общем, да, может, хотя... Фейк, наверное, но хрен его знает тоже, блин. Может, и не фейк, потому что достаточно рано. Больше рабов за пробкой, ё-моё, чё тут? Блин. Да не, это фейк, судя по всему, ну, посмотрим. Так, факту убери. Я рейду. Ваши союзники вступили в бой. Что там случилось? Мародёр... Опа! Каринасия, прокси-мародёры, типа? Не, они по земле пришли.
Ну, кофе заказывает. А, у него Торов, блин, еще нет. Ёперный театр. Сейчас я мазеркором пишу подлечить, попробую. А, так он же не атакует, видишь, сам по себе. А, да ладно, да? Точно. Да, да, нет, так нет. Блин. Ой-ой-ой. Ну, зря я сюда подлетел, короче. Тогда получается. Торов как-то дожидаться. Блин, да как-то Торов дожидаешься. Либераторы не выполнять. Че, либераторы уже прилетели? Да, они здесь прокси стоят вообще. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. База союзников подверглась. А кто там радиор пришел? О, вот. Ваши союзники вступили. Разработка завершена. Мародеры совсем, блин, жесть. Сейчас, погоди, Паш, попробую прийти, что-нибудь там предпринять, конечно. Ваши союзники вступили в бой. Вообще там пока нечем, да, биться? У нас, да, там. А, викинги сели. Давай, иду в тыл, смотри. База союзников подверглась нападению. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Либератор сейчас торгит, убью. Я здесь. Ваши союзники вступили в бой. Хорош. База союзников. Ваши союзники вступили в бой. В ближайшее время-то вообще ничего не будет. Сети аж мигал, где базу ставить? Чё, тормоз, что ли? Ё-моё, блин, ставь наверху у себя базу свою. Там мародеров до хрена идёт, ёперный театр. Кофе у тебя... Ай, блин, у меня вообще ничего нет. Идут они или нет? Да-да-да, идут. Проходили там. Сейчас осторожно тебе. Ничего-то уже никто не идет. Походу. Странно. Были где-то. Может, развернулись, конечно. Я здесь, среди... Ваши союзники вступили в бой. Они вернулись, мародеры вернулись, хорош. Да, тут рабочий, да. Тут что-то так радио. Ой, там много. Вижу, да, на радио пришли. Ваши союзники вступили в бой. Блин, захват? Я. Ваши союзники вступили в бой. Так, мародеры, да, ты еще к нам прилетели? Я здесь. Куда прилетел? Да, ты слева. Ой-ой-ой, блин, ни хрена тут это. Вижу. Я. Мои навыки.
на расконтроле вышел. Ну так вот. Я бы не сказал, что прям. Но. Я здесь среди. Месторождение минералов исключено. Где-то срачки начинаются. О, идут скон. Ваши союзники вступили в бой. Познает нашу ярость. Я здесь, среди тьмы. Улучшение завершено. База союзников. Допустим. Не, нормально. Улучшение завершено. О, хорош. Хорош. Хрена с так клоуна так сталкеров раскладывают, я не знал, что они так жестят. Ну они что-то жесткие такие, да. Ой-ой-ой, здесь мародеры прорывают. Ваши союзники вступили в нападение. Ваши союзники вступили в бой. Писец. Меня здесь разобрали, походу, у нас справа. Кофе копи, а, ну я тогда все получается сейчас уже как этот помощник больше. Блин, ну там столько мародеров идет, лол. Там надо ж либераторов чем-то контрить. А, ну да. Давайте, погнали. Стабилизатор сзади. Ваши союзники вступили. Халбат, надо. Ну халбат это куда там, яма. Блин, не успел. Мои циклоны ко мне тут идут. Мы в пути. Мы ждем. Я здесь, среди теней. Саны, залетайте, викинги. Да. Да, сейчас, давай заходим. Не, они пока меня, там маленький дэмэдж мне наносят. Да, или да. Правда, тебе сейчас. Блин, как они разбирают. Нихрена себе. Ты играешь на броню есть? Кого? Тебя. А, ну да, все нормально. Ничего себе, третий играет уже. Они все равно разбирают. Завтра, блин! Погнали. Газовый гейт. Ваши союзники вступили в бой.
союзники вступили. Я не успею подлететь, все равно если здесь уже либо пан, либо пропал. Все. Давайте там Нексус снизу. Да, давай Нексус снизу. Окей. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Враг познает нашу ярость. Ваши союзники вступили в бой. Так, это идем маленько. Дедам, до хрена мародеров чуть идет. Но не под стимпаком, так что. Дайте как. Враг познает. Хрена их идет вообще. Так, нужны хелбаты здесь для танковочки. Так, кто у нас там хелбатами играет? Да вон, у него есть управление, у меня поставлено. Я есть минералка, просто мешки у меня минералка. Газ не хватает. Ой-ой-ой, давайте сейчас осторожно здесь. Давайте вместе хотя бы соберемся как-то. Давайте попробуем. Хелбата только отходить, отходить. Нексус, наверное, как-то так здесь встретим. Давайте попробуем. Гелион, это кофе. Тора, давай тоже в левую часть. А что, есть Тора? Есть Тора. В смысле, в наличии то, что есть. Да, о, Паш, смотри, Нексус блочек. Добычу. А, вижу, Тори. Здесь просто с Торами. Вот здесь вот добычи что-то нет вообще. Где там добыча? Без стабилизатора. Да пофиг, не страшно. Хотя вот это уже не очень было. Погнали и мне тут с этой стороны ломать, если есть. Сейчас я слева здесь стабилизаторов сниму. Там ни хрена себе. Бля, право. По своим врубил, ё-моё, дестабилизаторами красавчик. Хорош. Блин, ну тут мне надо за танковка с чьей-то стороны, тут мне не пробить вообще. Блин. Я пойду этих либераторов сейчас приму. Оп. Может они меня примут, ё, нихрена себе не фигарят. Антох, Торами, вот сюда иди, надо идите вперед, то по этой стороне, чё... Чё стоят, не понял. Да дай ты куда-то пошел, часть подсплитчу. Ваши союзники вступили в бой. Да иди ты тормоз-то, а. Ваши союзники вступили. Ох, еба. Садиться пора, Паш, по ходу дела. Мне кажется, что здесь писец, если я сяду. Торы. Главное шторами вперед идти одновременно. О, еб... Блин, там Торов наших принимают. Ваши о, мародеры. Понятно, короче, на Амуре все пошло. Опа, и либераторы мне все выбили здесь. Я здесь. Сори.
Не, тут гаганчик, походу. Да. Что-то мы тут затупорезили жестко. Походу, да, к сожалению. Ну, конечно, не все пробиты, но... Блин, жесть. Честь. Да, мне вообще биться нечем пока. Союзники вступили в бой. О, с солдатами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гибко. Вот этот суцеху главное не дайте за это. Закачай, да-да-да, то есть это грохнет. Кофе, ты сам трать на торов, Торы здесь сейчас более фиг. Мне, например, викинги сейчас не очень крутые. Ой, жесть. Мы здесь вроде отбиваем, нормально. Но у меня Нексус ушатали, короче. Але, это, конечно, херово. Это вообще херово, потому что добычи-то нету ни хрена. А, вообще жесть. О, минералов в море. Если у кого-то есть, скидывайте мне, то у меня продакшн есть. Ваши союзники вступили. Враг познает нашу ярость. Я. База атакована. Ваши союзники вступили в бой. Что? Ты что сразу-то не скидывай? База союзников ой, только гелионов не надо давать. Считай. А где море минералов? Ебо! Там столько... Блин, жесть. Походу ГГ. Ваши союзники о, наконец-то я море я хоть увидел минералов. Где? Не, это все ГГ, Серега. Мы не пробьем. Получается, они по земле слишком жесткие все-таки. Чтоб как бы получилось что тебе б надо б за холбатов было бы на каких-нибудь играть вдвоем бы с тобой разбирали б нормально бы не так да а викинги все-таки получается они даже от дестабилизаторов то есть если прям я с моментально сделаю подъем тогда успевают а если нет то погибают моментально ну тут да жесть вообще не ну можно еще хотя да че почему нет там мародеры, блин, гоняют наши. Торов. Ваши союзники вступили в бой. Батлгерионы есть какие-нибудь кофе? Нужны батлгерионы просто перед торами против мародеров. Ой, да, теперь уже печаль вообще. Че там мародеры жестят? Ну там получится с одной стороны мародеры, да, с другой стороны эти. Либераторы. Я здесь. Давайте сушатаем что-нибудь. Ну мы потеряли инициативу, просто Антох там торами что-то тусовался. Как-то я не смог тут на два направления еще затусоваться. Да не, пиздец там либераторов. Не, ну либераторов, да, очень много. Хорош. Бля, ну тут добыча как бы, а у нас что, вообще нету, да, ресурсов, да, получается? Да, да, все ресурсы кончились. Мои, я здесь, среди теней. Ради вас. Куда дестабилизаторы поехали? Пустота. Надо вот сюда идти, пацаны. Ой, там.
Охренеть. Ваши союзники вступили в бой. Торами надо сюда идти. О, печаль. Ну да, не. Сейчас мародеры здесь все разберут. Я даже, у меня даже 200, блин, не было. На самом деле, походу, надо было минеральцев, чтобы скидывал, потому что торы, тора незаметно было. Халбат это более здесь танковки. Фу, ну чё, ГГшечка? Да. Молодцы, молодцы. Ну, мы, как всегда, продолжаем, как бы, сегодня тенденция такая, что ребятам даем побеждать, как бы, ну, ладно, надо же. То есть, пускай нормально, хорошо играют, молодцы, заточили. Так, уже нифига себе, без 20 час, я все, Серег, я спать. Да, я думаю, что пора закругляться, короче, что-то, да, я сейчас запись поставлю, пацаны, вот, да, я думаю, завтра можно будет покатать, я не знаю, во сколько, правда. Там во сколько ты придешь, то Паш, долго спать? Ох, я не знаю. Ну, днем где-то, днем буду. Там посмотрим, просто у меня, может, клонвар на завтра перенесут, на какое время тоже посмотрим. То есть, ну, я думаю, завтра спишемся, я постараюсь пораньше и там рубанем, может, как. Ну, хорошо, хорошо. Я просто не знаю, потому что там 14.00 лайфенг, вот, а дальше там как бы подряд все пойдет. Ну, не знаю, во сколько там, будут ли перерывы и потом там как что. А, ну да-да-да, спишемся, посмотрим. То есть, если получится, сыграем. Нет, так нет. Ну да, 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 да. Все, ладно, счастливо, пока. Все, всем пока. Паш, а точнее тебе, Паш, пока, да. Паш, пока, ребят, вам-то не пока еще, чего я гоню. Стоп-старт надо сделать.